Я Леня. Всем привет. Я сейчас буду в рубашке. И потом поеду на работу сразу. Блин, а Леня не моется и потом на работу едет. У нас, видишь, с тобой свои кумиры. У тебя Гео, у меня Леня. У тебя раньше, если во влоге не сказано ни слова про Гео, это хуйня какая-то вообще, зря выпустил. Леня вообще, я помню, я ему 1000 лет назад перчатки привозил, он их у меня покупал. Леня, перчатки привозил? Ой, такая-то история, получается, есть у вас? Это было, ну прям охренеть как давно. По-моему, я ему в Митино их привозил. Я-то, по-моему, то еще на Матизе тогда ездил, короче, вот, было дело. И вот я Леню привозил, и потом я его когда уже увидел вот у тебя, я такой, о, прикольно, мой клиент. Опа. Кстати, в курсе, что Лёня такие же будут, как у тебя? Блять, ну так это же не удивительно, я ему подражаю. Три джебулани, блин. Где мяч селект? Ну, для начала у нас сегодня один джебулани, вот он. Остальные спецелы. А, это типа не джебулани? Ну нет, спецел. Там этот мяч, который нужно просто взять двумя руками и обычно так кинуться в землю и поймать его по-вратарски, так скажем. Давай. А что с ним, он засвещен на центр тяжести или что? Что происходит? Ну, почему? Типа того. А вот сейчас ровно упал. Видишь, ты как? Все нормально. То, что я тебе в 9 утра написал, ты как, вообще нормально, быстро проснулся? Ну, я проснулся не быстро, но я в 9.50 где-то проснулся, прочитал. Ваня написал и пришли. Вот, слушай, сегодня у нас в воротах Евгений Спиряков, что ты вообще о нем знаешь? Много что знаю. Ну, из того, что можно сказать на камеру. Давай с этого начнем. Хороший вратарь. Как считаешь, тебе получится сегодня ему забить гол? Я не хочу загадывать. Возможно, получится, возможно, нет. Ну, ты вообще планировал это сделать? Все-таки сегодня бутса делать, смотрю. Ну, вообще планировал, да. Забить гол же Евгению Спирякову? Да. То есть, вообще в его присутствии ты не считаешь это наглым, прям так громко заявлять? Ну, в принципе, наверное, нет. Что ты делаешь? Я разминаюсь. Ну, а я думал, тебе плохо стало. Да, уже. Еще не начал. Здорово. Это было неплохо. Бля, хоть плотнее, чем я думал. Я так отвык уже от джебулани. А что это было вообще, охереть? Вставай давай. Давай X2. 20? Да, на 20 отжиманий. 20 отжиманий ты им все равно не забьете, давай. На один пропущенный. Да, на один пропущенный. 20 отжиманий. 20 отжиманий. Блять, ну лови. Сука. Пошел. Хорош! Начинай. Чтобы все ребята видели. Хорош. Топ. Ай, поймай. Я уже устал. Ну ты меня спрашивал про Леню. Он очень напрягается от мячей. Он очень напрягается прям. Я его понимаю, я тоже так делал. Смотри, сейчас прям в тебя ударишь. Или нет. Фух. Я его понимаю, я тоже раньше напрягался. Тут вообще нафиг не надо напрягаться. Пришел половить удар, я так кайфанул, если честно. Хочу теперь к тебе на стрим. Ко мне на стрим? На стрим. Тот легендарный стрим? Хочу на стрим, чтобы там был Гео. Слушай, ну я думаю, если народ в комментариях напишет... Не, надо лайки набирать. Ну хотя бы минимум 1000, не знаю, 7. Я приеду, мы постримим, собираем донаты. И может быть даже, знаешь, типа при определенном количестве донатов... У тебя прикольная эта рулетка?
Но мы еще добавим, типа, конкурс. Если будет определенное количество донатов, то мы разыграем что-нибудь, например, бутсы какие-то или перчатки. Мы сегодня очень часто вспоминали Леню. Да. Я думаю, он 100% будет смотреть, да, вкратце, 100%. По его игре. Просто, я думаю, будет ему по-любому интересно слышать его мнение. Прям, ему надо прям расслабиться, он такой напряженный, прям у него мячи его бесят, там, все, он злится очень сильно. При этом он, ну, он реально порой прям очень хорошие мячи тащит. Но если бы он, я вот уверен, если бы он расслабился, то, блядь, у него настолько бы все лучше шло. Типа, это же самое, ну, я сам раньше не умел, то есть я в свое оправдание скажу, что я тоже такой же был. Я напрягался, я блядь, сейчас, извините, у меня крошка в глаз попала, пизда. Невозможно сидеть. Женек, огонь, на самом деле, что приехал. Я очень кайфанул. Иногда ребята просто комментарии писали, что там спирич, а где спирич. Да, кстати, это прикольно. Нет, так я же тебе говорю, вот без шуток, реально. Вот в какой бы город я ни приехал, меня видят дети такие: вы в живом футболе снимались. Блядь, я говорю, я еще вот, ну, дохера чего делал в этой жизни, почему только это? Короче, подписывайтесь на канал Славы, ставьте лайки, чтобы собраться на стрим, и копите деньги на этот стрим. Будете донатить, мы будем там веселиться. Бля, лучше сегодня, наверное, не ловить. Другие перчаточки одеть. Слушай, Лень, хотел тебя всегда спросить, но забывал. Что ты вообще думаешь и знаешь про Евгения Спирякова? Ну, вратарь, хороший вратарь. По-моему, один раз у него на канале был. Ты же на канале был? Да. Я знаю, что он тренируется, работает постоянно с собой. Ну, это хорошо, это вот только уважение вызывает. Недавно виделся с Спиряковым, он очень лестно тебе отзывался. Спасибо, польщен. Как бы ты хотел вообще составить с ним в дуэте, так сказать, выступить? Да, только с радостью. Хороший вратарь, хороший человек, как мне кажется. Поэтому я думаю, только рад буду. Я думаю, это была бы легендарная встреча. Вполне себе. Отличная встреча. Слушай, ну сегодня первый раз, тут такая поддержка шикарная вообще вратарская. Я даже поднаелся, честно сказать. А что ты раньше ребят-то не звал, блин? Жадничал, да? Я раньше не знал вообще. Хотел сам все сейвы сделать. Парнями даешь себя проявить. Ну отвечайте, что вы? К тебе вопрос. Что ко мне? Почему ребят не звал раньше? Эх, я недавно только познакомился с ними. Так недавно начали вместе тренироваться. Ну, я играю, в принципе, тоже. Да. Че, как вам? Ударчики, ну, как нормально. Вообще? Сейвы нормально? Удары хорошие. Сейвы такси. Батареи не подъехали сегодня. Один только Лёня подъехал и всё. Не, ну, мне кажется, в принципе, неплохо. Чузови ребят, так гораздо лучше. Все-таки есть что передать Спирякову? Привет. Передаю привет, Жень. Хотел бы, может, там, вызовешь его на футбольное поле? А то что он сидит на жопе ровно? Ну, так не я хозяин канала, а ты приглашай к себе. Я-то при чём тут? Ты позови. Ну, понял. Можешь аккуратно перчатки в камеру так сделать?